Ребятки, всем привет, с вами Александр. Давненько у нас на канале не было фингеров. И вот у нас такой офигенный классный киндер. Это не просто не киндер, а фингер. Конечно же, это у нас Ben 10 Elite Force Bicycle and Skateboards. Да, вот такой вот у нас фингер Ben 10. И даже у него скейт. И у нас здесь есть какие-то еще приспособления. Вижу один ключик, вон второй ключик. И вот еще какая-то штука, похожая вообще на замок. Давайте посмотрим, что же у нас здесь сзади. Так, а это у нас похоже стенд. Это, то есть, штукенция, которая просто удерживает велосипедик на месте, наверное, парковочный. Что-то вроде такого. Ух, сколько здесь у нас всего прям понаписывали. Так, как бы его здесь все прочитать? Так. Работающие тормоза, передние и задние. Поворот руля на 360 градусов. Так, в общем-то, какая-то там реальная что-то там рама, там, в общем, педальки крутятся у нас, снимающиеся пеги, так, хромированные диски и в общем-то, реалистичные покрышки с узором настоящим. Вот так вот выглядит. Здесь у нас изображено два способа управления фингером. То есть можно держать там одним пальчиком рулить, остальные держать на сидушке. А можно два пальчика на сидушке, на руле, и остальные на сидушке. Мне вот второй вариант мне подходит больше. Вот так вот. Значит, давайте сейчас это дело все достанем. По поводу цены. Сколько это все дело стоило? Это все дело стоило 18 гривен. Это меньше доллара, ребята. Меньше доллара все это дело стоило. Вот так вот прямо слепят в камеру наши хромированные диски. Давайте разберем велосипед вот так. Что мы видим? У нас в комплекте два оранжевых колеса. Очень приятные, не на ощупь. Знаете, здесь да, реально такой есть протектор. Покрышки такие скользкие, такие прикольные. Какие вот у нас черный вариант. Здесь тоже колеса с протектором. Кстати, колеса-то разные, передние и задние. Задние как будто бы толще, и там другой протектор, кстати, ребята. Так, так они немножко у нас припылились, наверное, в коробке. Или это не смазаны чем-то, ребята. Потому что у меня руки уже стали жирными. Так, ну ладно, к велосипедику мы вернемся чуть попозже. Давайте сейчас рассмотрим. Вот такие вот колеса. Да, кстати, здесь 5-спицевые, там многоспицевые. Потом вот такой вот у нас скейт, ну скейт совсем простецкий, намного проще, чем идут скейты, которые по отдельности от тэчдека, кому как больше нравится. Вот такие вот вообще примитивные колесико, здесь все примитивное, ну зато есть наклеечка Ben 10. Ну, колеса крутятся, и на том спасибо. Так, также у нас есть, ух ты, так это все-таки замок или не замок, смотрите. Вот, оно отстегивается, ребятки. Это похоже все-таки не просто стенд, это у него два применения. Есть и как замок, вот так вот, и как подставка под велосипед, вот так вот. Как-то, не знаю, под переднее, под заднее колесо, наверное. Или как она там должна быть. Ах, не знаю, как она, ребята, должна стоять. У нас, по-моему, на картинке там не изображено. Я, по-моему, его проще на педаль поставить, чем на эту подставку. Ну стой, не хочет стоять. В общем-то, я даже не догадываюсь, как она должна быть, но точно не так. Ну как-то так, у нас там было же нарисовано сзади. Ну, стенд, ну какой это стенд? Что-то он не держит этот стенд, ничего. Велосипед у нас, кстати, ребята, металлический. Так, вот у нас есть такие ключи, не знаю, правда, зачем. Вот такой вот ключик есть. И вот такой вот ключик. И это все дело нам подходит. Мы, конечно же, колеса поменяем. Так вот, одевается, значит, все отлично. Так, с этим разобрались. Давайте теперь к нашему велосипеду. Вот такие вот у него колеса, видите, крутятся. Все в порядке. Ну, заднее не крутится, потому что оно на педалях. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот так. В общем-то, все работает. Цепь у нас есть. Вот так вот у нас все выглядит спереди, сзади. Амортизаторов здесь нет, у нас, помните, были амортизационные велики, но зато вот здесь есть рабочий тормоз. А что имелось в виду под названием
Там два рабочих тормоза было. А, все, я понял, ребятки. Вот так вот. Там вот есть такая пимпочка. Она тормозит наше колесо. Да, мы можем, опа, вот так вот сделать. Колесо тормозится. Так. По поводу в качестве заднего тормоза у нас выступает, ребята, сиденье. Вот оно здесь нажимается. И вот там вот есть такая пластмассочка. Она вот прикасается к колесу. Ну, что-то оно так, ну, довольно слабо, скажем так. Оно тормозит, как по мне. Так. А, кстати, руль у нас, смотрите, он так вот рассоединен. Здесь как будто бы здесь, знаете, должна быть еще поролоновая подушка прям какая-то. Так, ну. Ну, задний тормоз что-то мне вообще как-то не нравится, как он здесь работает. Но он нифига не тормозит. Ничего не тормозит. Он еле-еле достает до колеса. Ну, так, чтобы на это что-то повлияло. Ну, чувствуется, не есть небольшое сопротивление, но оно очень низкое. Ну, как-то они не рассчитали. Вот если передний тормоз стал, смотрите, ух, там надо очень сильно. Да не хочет там даже, когда нажимаем, реально не хочет даже крутиться. Так что с передним тормозом хорошо, а вот задний двоечка. Ну, а сам велосипед выглядит довольно неплохо. Mount Bike написано. Металл, как я уже говорил. Пеги тоже металлические, педальки тоже алюминиевые. Ну что, давайте приступим к замене. Открутим пеги. Ну, для этого нам, в принципе, не нужен даже этот ключ. Вот так вот. Открутили. Снялась наша оська. Так, колеса есть разница? Передний, задний? Да, есть. Передняя более тонкая. Сейчас мы это все дело заменим. Вот так. Накрутим наш пеги, чтобы по бровкам нам скакалось лучше. Так. И заднее то же самое. Так, а задний у нас... да, вот видите, на заднем у нас есть типа звездочка, на котором мы одеваем цепь. Вот так вот. Цепь, кстати, под натяжкой. Это вам не просто так. Надо натягивать резиночку эту. Так. О, алёп. И теперь мы можем закрутить наши пеги. Так, ну вот. Вот в таком вот варианте у нас теперь все. Все у нас работает. Колеса мы заменили. И, ребятки, пишите в комментариях, какой вам цвет покрышек больше понравился. Ну, я почему-то думаю, что вам больше понравился оранжевый. Ну, такой желто-оранжевый. В таком вот варианте мне байк самому нравится больше. Что ж, вы пишите свое мнение в комментариях. А на этом наше видео заканчивается. Но у меня еще есть парочка фингеров. Так что не забудьте подписаться, проверить, стоит ли у вас колокольчик возле названия канала. И до скорых встреч. Пока-пока.